Мариету сразу атакует. Мама. А вот это уже бежит атаковать. Сначала погуляем, потом будем кушать. Уходите. Тише, не пугаем. Лис, нельзя. Ой, говорит, кора. Не надо. Бэмби, 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 бэмби. Мама зовет. Бэмби, 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 бэмби. Бэмби, Бэмби, иди сюда, иди сюда, иди. Бэмби, 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 Бэмби. Что такое? Бэмби, Бэмби. Сейчас он может как будет. О, веточки еще какие-то пошли. Да. Это его веточки. Старые, что ли? Ну да, я же лучше демон, да. Уйди, уйди. И ты отойди. Нет, Лейла, ты нормально. Вот это его атакует и жрет. А Лейла нормально с ним. Она его кует, оберегает, так как странно. Лейла, Лейла! Лейла, Лейлочка, Лейла! Йохан. С Йоханом не знаю как. Давай. С ним долго нельзя. Не, да Лейла нормально. Не, лучше все равно не подпускай. Сейчас сыро, грязно он. Лейла нормально с ним. Пускай, пускай. Если что, будем отбивать. Твой, твой опять вышел. Вот атакует моментально. Бьет его. Лейл, да, Мария. Бэмби. Бэмби, Бэмби, Бэмби. Держитесь аккуратнее. Смотри, чтобы не кусал его. Нет, она будет облизывать. Если облизывать, то ничего страшного. Слушайте, их надо прекращать кормить. Они жирные стали, у него скоро спина провалится. Так, главное, чтобы вот эти жеребцы его не... Слушайте, они по сравнению с ним вообще мелкотня такая подошла. Он такой большой, крупный по сравнению с ним. Да, высокий. Высокий. Что Вим? Что Йохан? И Лейла ты сразу ручная стала. Стала сразу ручной такой. Лошадь.